князь Владимир был младшим сыном в семье. Ярополк был старший, а Олег был средний. А отец был Святослав. Все они были от разных жен. И матерью Владимира была обычная ключница. И над ним братья издевались. Вдруг умер Святослав, отец. И потом он отдал им земли. Старшему он отдал Киев, среднему он отдал очень маленькую избушку, а младшему Владимиру дал Новгород. Между старшими братьями началась война, и Олег погиб. Потом начали войну с Владимиром. Владимир убил Ярополка, и Владимир взял две земли. Киев и Новгород. Он очень был жестокий и обращался жестоко же с людьми. Он увидел прекрасную Анну, сестра греческого царя. Ее же братья сказали: «Пока не покрестишься, не дадим тебе Анну». Он сказал: «Ладно, я перекрещусь». И они отдали ему в жены их сестру. Но Владимир не спешил креститься. Он соврал. И когда Бог это увидел, он сделал ему наказание. Он отравился болезнью и ослеп. А после обряда крещения у него появилось зрение. И он сделал эту религию государственной религией Киевской Руси. И на месте Перуна, главной статуи, которой он молился, поставили церковь. А в Киеве построили прекрасный собор. И после этого Владимир сильно изменился. Он стал добрым и нищим стал помогать. Вот какие чудеса бывают, когда ты крестишься.